Добре. Я ненадовго, завтра назад. Эй! Что за хуйня? Ты кто? Это Герман. Владелец этой заправки. Хочешь, блин, что делать? Хуй он нет, я что делать? Вот что хочешь, что и делай. Теперь ты хозяин этого счастья. Я хочу это. Мы на моей крабы может помочь. Кто? Розники. Ваш брат хотел продать мне свой бизнес. Да я на конфликт решился что-то. Не верю тебе. Тебе это нахер не надо. Просто у вас свое жить, а у меня свое. Не можно сделать это свое. Не кошерно. Тебе сегодня много работы вообще? Заебато в этой зараз у меня перерыв. На все воля Марлена Владленовича. Открой для него сердце свое. Услыши речи его. Исполни. Больше всего мне хотелось бы иметь дело с такими тупыми. Давай. Куда иди нахуй? Секундочку. Сидеть. Но я сразу буду плевать. Герман, если вы не подпишете... Ты местный? Да. Спишь, наверное, хорошо, да? Нормально. А я плохо сплю. Не люблю эти места. Странный вы народ местный. Не договоришься с вами, никак не разойдешься. Держитесь за эти места. Цепляйтесь за эту пустоту. Пока мы дотрагиваемся друг к другу, мы не переступаем черту.